Константинополь пал 29 мая 1453 года. Греки пытались договориться с Римом. Даже пошли на воссоединение с католиками. Но помощи папа римский не прислал, и турки захватили город. Греческой империи больше не было. Не стало и центра православия. А на севере жила и крепла огромная православная страна – Русь. Наш фильм о том, как после падения Второго Рима, Константинополя, Русь через междоусобицы и вражду, через муки и кровь обретала новое служение – быть единственным центром православия на земле. В те дни, когда московская держава искала иной уровень своего бытия, Господь устами инока Филофея дал России ответ – Москва, Третий Рим. Старец Филофей был иноком Псковского Спасо-Елизаревского монастыря. Свои послания к великому князю Василию Третьему, отцу Иоанна Грозного, он писал как наставление. Филофей предсказывал, что держава российская – станет православным царством. И если царь мудро распорядится данной ему Богом властью, то станет он сыном света и жителем небесного града Иерусалима. Яко два Рима падаше, а третий стоит, а четвертому не быть. Дмитрий Яковлевич, ну вот ваше мнение, почему именно в лесу, в скиту, а не в городе родилось вот это знаменитое письмо Филофея? Сама по себе вера христианская, она так царственное достоинство ее в том, что перед нею все равны. В этом есть, наверное, величие учения Спасителя, потому что само по себе христианство не столичное и не деревенское, оно внутренне целостно всегда и во всякий час. Сам первый основатель этого монастыря, Елизар, ходил пешком в Константинополь, пешком, тогда ведь ходить надо было, не ездить, не летать на самолетах. И пламень этот в Елизаровском монастыре кипевший, он, естественно, оставался и при Филофее. Все чувствовали ответственность за Россию и за государство. И любой чернец мог встать поперек государя, потому что они оба отвечают за величие русского государства. И поэтому он там из снегов и глуши пишет столичные, и столичный человек понимает, что он может быть заблуждаться среди хаоса светской жизни, и его удержит только вот тот чернец убогий, который там это делает. И Филофей, он, как ни странно, больше всего стращал Василия Великого, говоря, что два Рима пали из-за того, что не так тверды были в вере, как должно. Третья Москва пока стоит, но он стоит, если он не будет тверд в вере, спокоен и царственен внутри, то падет наконец этот Рим. Только при единстве в самом деле, при единстве христианского стояния, при единстве чистоты веры и при правильном государственном устроении, только опираясь друг на друга, они могут быть сильны и властны. Как только они расходятся, все кончается смутою, чем и закончился 16 век, закончился вот тем самым гибельным стоянием на целое 17 столетие, разорившим Русь. И сегодня, почему мы говорим о времени, что наше время еще доживает эпоху смуты? Потому что мы тоже не дослушали уроков, которые давало нам 16-е столетие о великом симфоническом единстве церкви и государства. Русская церковь была разорвана надвое. В Киеве митрополит был униат, в Москве православный Филипп I, и оба именовались всея Руси. В этой ситуации важную роль мог сыграть Новгород. Но как раз Новгород с его вечевой демократией побаивался и сторонился сильной Москвы. Партия Марфы Борецкой, набравшая в то время большую силу, во что бы то ни стало, хотела, чтобы новгородский епископ ехал на поставление в Киев. Есть версия, что партия Марфы Посадницы заключила предательский договор с польским королем. И это ввергло Новгород в кровавое противостояние с Москвой. Великий князь Иоанн III двинул на Новгород войска. Митрополит Филипп просил князя не проливать крови православных новгородцев. Но этого избежать не удалось. Произошло сражение новгородцев с войсками московского князя. Новгородцев было больше раз в 10. Но воевали они, что называется, из-под палки. Интересы партии Борецкой были им непонятны. Кончилось все страшным разгромом.
Новгородцы взмолились о пощаде, и Иоанн III сменил гнев на милость. Над побежденными не лютовал. Город выплатил огромную контрибуцию и обязался подчиняться Москве во всем. Новгород сыграл свою особую роль. Он был свободолюбивым городом, и в то же самое время религиозно он никогда не выступал против Москвы. И то, что Ивану III удалось покорить новгородцев, это было, конечно, благодаря православным узам. Новгород в то время уже пришел так называемый демократический упадок, что ли. Было небольшое количество очень богатых людей, которые богатели благодаря торговле с Западом. И было много очень бедных людей, которые были недовольны такой политикой и склонялись к Москве. И когда состоялась основная Шелонская битва, архиерейский полк новгородской Софии, тяжелая такая конница, в бой не вступила, и таким образом Иван III пришел в Новгород. Боярская знать с семьями и сама Марфа-посадница были отправлены на поселение в Москву одним этапом. За ними волокли и вечевой колокол, символ новгородской вольницы. Этот памятник был воздвигнут в Новгороде в 1862 году в честь тысячелетия Руси. Вот этот сюжет. Марфа. Вдова умершего посадника. Просто вдова. А колокол стал исправно звонить в общем хоре на Кремлевской звоннице. Митрополитчья служба Филиппа прославилась многими добрыми делами. Строительство главного храма русской церкви, Успенского собора, взамен обветшалого настолько, что его стены подпирали бревнами, тоже началось при митрополите Филиппе. Открытие храма приурочили еще и к эпохальному событию – браку Иоанна III с племянницей последнего византийского императора Софьей Палеолог. Но храм не достроили, не успели. Этот новый храм должен был стать самым большим храмом на Руси, чтобы достойно отражать ее новый автокефальный статус, прочное международное положение, могущество московского государства. Невесту Софью Палеолог, принявшую в Италии униатство, сопровождал кардинал, римский легат, который нес перед собой католический крест. Иоанну III не хотелось начинать супружество со скандала, тем более с международного. Легат был дипломатический представитель папы, и князь готов был его уважить. Но митрополит Филипп сказал, если легат войдет в одни ворота Москвы, неся перед собой ляцкий крыш, то он, Филипп, выйдет в другие ворота с православным крестом и никогда больше в Белокаменную не вернется. Крутой своевольный Иоанн смирился и приказал католический крест перед городскими воротами спрятать в сани, а кардинала со всем почетом звать на богослужение в храм. Легат от такого почета уклонился, а после неудачного разговора с великим князем ему и вовсе дали понять, что видит в нем только частное лицо. А Софья вскоре легко отказалась от униатства. София Палеолог была придумана католическую церковь, вернее, флорентийским, тем же самым флорентийским воспитанием. Она воспитывалась в Риме. И тогдашний папа как раз и подумал, хорошо бы тем самым взять и Россию сделать сторонником своим при помощи Софии Палеолог. Зазвали к ней сватов и привезли ее в Россию, но оказалось, София Палеолог в ней настоящая и высокая, все-таки палеологовская православная кровь сказалась. Она здесь, в Пскове, вот в этом самом Троицком соборе, который за нами, вернее, этот собор поставлен позже, но на его месте стоял прежний. Она кланялась православным иконам и целовала каждый образ, и выговаривала сопровождающему папскому легату, чтобы он не смел не склонять головы перед тем, что является святыней для этого народа. И когда они приехали в Москву, она уже была настоящую, высокую, глубокую православную. Гречанка Софья Палеолог, наследница византийских царей, приняла православие, а великий князь московский Иоанн III принял герб, павший в 1453 году Византийской империи, двуглавого орла. Строительство Успенского собора продолжил следующий митрополит московский Геронтий.
Возможно, это были предзнаменования грядущих бед, но возведенный под купол собор рухнул. Русь после Батыева нашествия мастерами оскудела. Пришлось звать итальянцев Юраванти, прозванного Аристотелем. Завершены работы были к августу 1479 года. Когда митрополит Геронтий совершил торжественное освящение нового грандиозного кафедрального храма Русской Церкви, это торжество было омрачено скандалом. После крестного хода вокруг Успенского собора Иоанн выговорил Геронтию за то, что тот совершал ход против солнца, а не по салон, то есть по солнцу. Потом этот спор обернется правотой митрополита. Но тогда Иоанн запретил Геронтию освящать новопостроенные московские храмы. Впрочем, Иоаннов гнев моментально остыл, как только над Русью снова нависла страшная тень Орды. Хан Ахмат вел войска на Москву, чтобы вернуть потерянную власть над Русью. Иоанн вывел ему навстречу войска. Но вот здесь, на реке Угра, он оставил их и вернулся обратно в Москву. Митрополиты и архиереи, зная, что Иван III хочет просить мира у хана Ахмата, упрекали его в том, что он снова ставит Русь в зависимость от Орды. Герончий и другие архиереи призывали князя воевать с татарами до победного конца, утвердить независимость государства. Иван, чья осторожность стала притчей во языцах, тянул время. 5 месяцев русские войска стояли против татар, готовые в любой момент вступить в смертельную схватку. Народ и духовенство служили непрестанные молебны перед чудотворной иконой Богородицы Владимирской. Противостояние татарских и русских войск на Угре-реке закончилось без боя. Татары ушли. Когда опасность миновала, ссора Иоанна и митрополита возобновилась. И хотя соборное разбирательство утвердило правоту Геронтия, Иоанна это не остановило. Дошло до того, что митрополит удалился в Симонов монастырь и велел передать государю, что оставит кафедру, если великий князь не побьет ему челом. Великому князю пришлось смириться. Но диктат государства по отношению к церкви уже вошел в практику. Митрополит Варлаам был иконописцем. Его первосвятительское служение началось уже во время княжения Василия III. Объединение русских земель почти закончилось. Столица, Москва Белокаменная, строилась и хорошела. Уже возвели в Кремле церковь Ризоположения, Благовещенский и Архангельский соборы, Грановитую палату, колокольню Ивана Великого и Кремлевскую стену. Словом, уже было что защищать. И когда к Москве подошли орды казанских татар, выжгли посады и осадили Кремль, а князь Василий отъехал на север, как бы собирать войска, оборона города осталась на митрополите Варлааме. И первосвятитель поднял народ на защиту столицы. Объявил пост, всенародные молебны Владимирской иконе Божьей Матери. Москву спасли. С тех пор церковь празднует день Владимирской иконы Богородицы, избавившей Москву от полчищ хана Мехмед-Гирея. Но святителям все труднее было оставаться с работниками московских государей. Новый митрополит Даниил был уже совершенно послушен Василию. Он был человек дюжий и тучный, с лицем красным, описывают его современники. Был предан более чреву, чем посту, и молитвенным бдениям, когда нужно было являться в народе для служений. Он придавал лицу своему бледность посредством окуривания себя серой. Одна эта деталь не обещала русской церкви ничего хорошего. Это именно митрополит Даниил благословил развод Василия с бесплодной Соломонией, сослал ее в монастырь и обвенчал князя с Еленой Глинской, будущей матерью Ивана Грозного, что по церковным понятиям было покровительством блуда.
церковное правление Даниила, поворотный пункт во взаимоотношениях церкви и государства. Симфонии больше не было. Власть государя полностью подчинила себе власть митрополита. Когда князь Василий умер, регеншей при трехлетнем Иоанне осталась его мать Елена Глинская. Скорее всего, потом ее отравили бояре. Это было время самой настоящей смуты и беспредельной вражды. Бояре давили, травили, ссылали друг друга. Для бояр уже ничего не значил авторитет церковной власти. И в этой мрачной обстановке растет будущий первый русский царь. Наверное, в живых он остался только потому, что боярам было не до него. Но когда Иоанну исполнилось 13 лет, оказалось, что он все запомнил. Сила русская вами расторгована, по боярским карманам разошлась. Сучье племя! Взять его! Взять! Сам властвовать стану. Без бояр царем буду. Жестокость Иоанна проявится еще только в будущем. Он будет резать языки, обливать горящим вином холопов, сжечь бороды и рубить головы. Но вся эта безумная, дикая его натура в полной мере проявится потом. Начинал свое правление Иоанн как любимый народом правитель. И немалая заслуга в том митрополита Макария. Святитель любил Иоанна как собственного сына, воспитывал его богобоязненным и глубоко верующим человеком, постигшим тайные козни врагов рода человеческого. Благодаря митрополиту Макарию Иоанн вдохновился идеей вселенского значения русского царства. Макарий учил его тому, что церковь и государство взаимодействуют как душа и тело в человеке, а без души – тело труп. Сам Иоанн был необычайно одаренным человеком. Он имел могучий державный ум, соединенный с редким даром слова. Кроме того, у него была удивительная память. Он знал наизусть всю Библию, римскую, русскую и греческую историю. По сути, первым археографом на Руси был святитель Макарий. Труд многих лет его жизни называется «Четие Минеи» – чтение ежемесячных молитв и житей святых. Это была гигантская работа, 12 фолиантов, 28 тысяч страниц, густо исписанных четким почерком. Этот энциклопедический труд тоже был частью воплощения идеи Третьего Рима. Когда Иоанну IV минуло 16 лет, не без влияния митрополита Макария, он осознал себя не только повелителем всей Руси, но и преемником православных византийских царей. Эта шапка Мономаха была сделана восточными мастерами и попала в Москву, скорее всего, из Орды. А подлинная, присланная константинопольским императором, не сохранилась. Митрополит Макарий одел на Иоанна Мономаха в венец, крест и бармы. Идея Третьего Рима стала реальностью. Родилось Московское царство, преемствующее погибшей Византии. Иоанн был первым помазанником Божьим на русской земле. Но помазание не давало ему привилегий перед Богом, а возлагало огромную ответственность за веренное ему царство и людей. Вселенский отец и учитель IV века архиепископ Василий Великий поучал: «Нельзя думать, что царская власть есть законное господство или начальство над всеми, не подлежащее греху». Уничтожить исламское государство, терзавшее Русь своими набегами, и обратить покоренные земли ко Христу – это были главные цели штурма Казани. Решающий штурм ханской столицы начался в праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Казань взяли 1 октября. Архиепископ Гурий получил от царя Иоанна IV особый наказ, чтобы татары были приводимы к крещению не страхом, а любовью. Сейчас это может показаться странным, но первыми крестились казанские ханы и их дети, потом мурзы и вельможи.
Это воспринималось как духовная победа. Вскоре после победоносного похода Иоанна IV в Казани была обретена чудотворная икона, названная Казанской Божьей Матерью. Она стала покровительницей русского воинства. В Москве на Красной площади был воздвигнут в честь победы Покровский собор на Рву, известный всему миру как собор Василия Блаженного. А в честь чудотворной иконы здесь же, на Красной площади, Казанский собор. Русский люд еще любил своего молодого, энергичного, жесткого, но справедливого царя. Но вскоре умирает царица Анастасия, а вслед за ней и митрополит Макарий. Может быть, единственным, кто спасал Иоанна от безумия, был именно Макарий. Через 2 года была учреждена опричнина, и начались казни, дотоле на Руси невиданные. Трудно было объяснить то, что происходило с царем. Он мог часами молиться, а потом развратничать, пьянствовать, пытать и казнить собственными руками. Он мог одаривать одни храмы, а потом грабить другие. Спасаясь от царского гнева, бежал в Литву князь Андрей Курбский. Оттуда, из-за границы, князь написал Иоанну свое первое обличительное письмо. Царь ответил едким посланием. Так началась знаменитая переписка, дошедшая до нас. Переписка царя и первого в России политического диссидента. Судьбы других бояр были куда тяжелее. А начиналась опричнина так. В 1564 году царь внезапно выехал из Москвы со всем двором, казной и архивом сюда, в Александровскую слободу. И стал ждать, когда народ попросит его возвратиться. И народ потребовал от бояр: верните царя. Иоанн согласился, но с условием изменников казнить и учредить опричнину. Такой своеобразный референдум давал ему безграничные права. Термин «опричнина» произошел от слова «оприч», «кроме». Курбский по этому поводу мрачно шутил, называя опричников кромешниками, воинами ада кромешной тьмы. По мысли же Иоанна Грозного, опричнина являлась образом апокалиптического воинства на все времена. Опричники приносили присягу на верность царю и, по сути, отказывались даже от родных. Они носили одинаковые, похожие на монашеские одежды, со зловещими знаками своего ордена, метлой, чтобы выметать измену, и собачьей головой, чтобы ее выгрызать. Иван Грозный ждал апокалипсиса. Тысячи боярских семей выселили с земель и казнили. Страх и доносы впервые были на Руси государственной политикой. Александровская слобода стала фактически временной столицей Руси, личной резиденцией Ивана Грозного. Для ее обитателей царь разработал специальный монастырский устав. Себя же он называл «Иегумен всея Руси». Каждый день в 4 утра царь с царевичами поднимался на колокольню и звонил к заутренне. В церкви он читал и пел на клиросе, а земные поклоны клал такие, что со лба его не сходили кровоподтеки. Отсутствие, кроме случая тяжелой болезни, строго наказывалось. Виновного, кто бы он ни был, бросали в монастырскую тюрьму на 8 дней для покаяния. Служба продолжалась до 10 часов. Аще же и подобает речи о винах их, и но выше реченно есть. Эти стихиры тоже написал Иван Грозный. Когда выходили из церкви, братья садились за стол. Царь, как и положено настоятелю, во время трапез стоял и читал им назидательные книги отцов церкви о посте и воздержании.
а потом отправлялся в застенок и пытал подозреваемых. Царю нужен был послушный митрополит, и он решил, что именно таким станет настоятель Соловецкого монастыря Филипп Колычев. Игумен был из бояр, бежал в монастырь от придворной жизни еще в молодости. Через 10 лет Филипп был избран игуменом обители. Его 18-летнее управление привело монастырь к расцвету. Он воздвиг на Соловках каменные храмы удивительной красоты. При Филиппе монахи осушили болото на Большом Соловецком острове, соединили каналами озера, проложили дороги. От предложения царя Филипп долго отказывался, а потом согласился, поставив одно условие – уничтожить опричнину. Не бросай меня в одиночестве, будь со мной, помогай крепить державу российскую и прими для сего на Москве митрополию. Дашь мне право пред тобой печаловаться, за осуждаемых тобой заступаться. Нет, напрасно осуждаемых! Стой! Быть по-твоему. И снова Иоанн сделал попытку следовать учению о симфонии церкви и государства. Целый год митрополит и царь жили в мире и согласии. Пытки прекратились, казнь больше не было. Но потом этот призрачный мир рухнул. Филипп пытался говорить с царем, писал ему увещевания, которые царь называл Филькины грамоты. Все впустую. И тогда митрополит по апостольской традиции решил обличить царя публично. Чем это ему грозило, он понимал прекрасно. В одно из воскресений Великого Поста митрополит обратился прямо к царю. «По естеству ты подобен всякому человеку, а по власти подобен Богу. Как смертный не превозносись, а как образ Божий не увлекайся гневом». У татар и язычников есть правда, в одной России нет ее. Во всем мире можно встречать милосердие, а в России нет сострадания даже к невинным и правым. Молчи! Филипп понимал, что царь добивается его ухода с митрополичьей кафедры. Сам сложил с себя сан, но царь велел ему совершить богослужение в Успенском соборе. Царь уже придумал страшный сценарий. Во время службы опричники ворвались в храм, зачитали приговор суда, а Малюта Скуратов сорвал с первого иерарха святительские облачения. Митрополит был отправлен на вечное заточение в отрочий монастырь. Когда через год царские войска двинулись на Новгород, Иоанн послал митрополиту-узнику Малюту Скуратова за благословением на новгородский поход. Святитель не благословил задуманную царем расправу над городом. Тогда Малюта Скуратов задушил Филиппа и объявил всем, что бывший митрополит умер. Угорел от неуставного келейного зноя. Святитель Филипп был прославлен как священномученик уже при сыне Грозного Федоре Иоаннович. Мощи Филиппа были привезены в Москву и положены в Успенском соборе Кремля, откуда святителя некогда с бесчестием изгнали опричники. Именно эпоха Ивана Грозного дала небывалое доселе количество блаженных. Только они могли возвысить голос в защиту народа. После страшного похода на Новгород, где царь вырезал половину населения, заподозрив горожан в сговоре с польским королем, его войска подошли к Пскову. Ночью царь слышал набатный колокол. Он понял, горожане готовятся к смерти. В
то время город окружала мощная крепостная стена, способная выдержать натиск многотысячного войска. Но к ним ехал их царь. Псковский воевода велел поставить на всех улицах столы с хлебом и солью, а всем жителям земно кланяться при появлении царя. Иван Грозный после разгрома Новгорода пришел сюда, во Псков. И первый... он ночевал в этой церкви. Да, и когда монахи получили известие о том, что Иван Грозный с опричниной подходит сюда, они усердно молились. И монахи как раз в это время читали акафист «Радуйся, невеста невестная». Царь зашел на клирос, оперся на свой посох, стал перед иконой и стал молиться. И вдруг что-то тронуло его сердце. После страшных кровопролитий, которые он совершил в Твери, в Новгороде, вдруг он чувствует раскаяние и просит у Божьей Матери прощения за свои грехи. Никто из монахов не был казнен. И тех злодейств, которые царь совершил в Новгороде, уже в Пскове не было. По подсчетам историков, во время новгородского погрома погибло около 15 тысяч человек. Многие современники Грозного вошли в историю как кровавые тираны. Для сравнения, за одну Варфоломеевскую ночь во Франции было убито около 20 тысяч протестантов. Английская королева Елизавета Тюдор за годы своего царствования казнила около 89 тысяч человек. Когда утром Иоанн въехал в город, его поразила покорность народа. Но еще более на него подействовал Никола по прозвищу Солос, что по-гречески значит «юродивый». Никола поднес Иоанну кусок сырого мяса. Царь был поражен таким поступком. «Ты же знаешь, я православный и в пост мясо не ем», – ответил царь. «В пост мясо не ешь, а человеческое мясо ешь», – ответил Солос. Он предрек ему беду, если царь не оставит Псков. Захватив церковную казну, Иоанн покинул город, никого не казнив. Но кровавый свой след Грозный оставил и на Псковской земле. Псково-Печорский монастырь, основанный по преданию самим Андреем Первозванным, был в XVI веке центром книгопечатания и церковного образования. Навету, прогневавшись за что-то на игумена обители Корнилия, приблизившись к монастырю, царь сходу отсек ему саблей голову. И голова покатилась вниз, вот по этой тропе, названной впоследствии Кровавой. Опомнившись, царь подхватил тело игумена и понес его в церковь. И долго молился над трупом. И это было в характере царя, после сотворенного злодеяния испытывать горячее раскаяние от содеянного. Но когда на Русь двинулись войска крымского хана Девлет-Гирея, объявившего России джихад, Грозный позорно бежал. Как никогда много русских перешли на сторону Девлет-Гирея. И 24 мая 1571 года сожгли Москву дотла. Татары даже не смогли ее ограбить. В этом тесном закутке дьяконики Архангельского собора Кремля. Могила Ивана Грозного, первого русского царя, преемника византийских императоров. Он сам завещал похоронить себя здесь, рядом с сыном Иваном, которого убил случайно в приступе ярости. Потом здесь похоронят и второго сына царя, Федора Иоанновича. Последний сын Ивана Грозного, Дмитрий, погиб в Угличе. По официальной версии,
Он закололся ножом в приступе эпилепсии. По слухам, его убили наемники Годунова. Род московских Рюриковичей пресекся навсегда. После смерти Грозного при его сыне Федоре Вселенский патриарх Иеремия II поставил митрополита Иова патриархом града Москвы и всея Руси. Идея Третьего Рима осуществилась. Официально Россия стала Третьим Римом, но духовным центром православия ей еще предстояло стать. Иоанн отдалил от себя церковь. Рядом с ним больше не было духовного наставника, способного удержать царя от греховных поступков, обуздать гнев, быть его совестью. А без души тело – труп. Безграничная власть, безнаказанность отравили душу царя. Он и сам это понимал. В своем завещании писал о себе: «Виновен в объедении и пьянстве, убийстве. Душою осквернен, разумом растлен. Запятнал себя ограблением ненасытного богатства. Тело изнеможе, болезнует дух». Он призывал детей своих править иначе, милостиво, а пало к власть не вскоре, по рассуждению, не яростью. 16 век заканчивался. Наступали смутные времена. Но я не знаю, были ли вообще в нашей русской истории легкие периоды. Пожалуй, их не было. Но народ находил мужество преодолевать трудности, противостоять им. И в этом, несомненно, помогала Русская Православная Церковь. Иоанн Грозный был первый помазанник. Но нельзя рассматривать помазание миром как признак особой непогрешимости или святости. Я думаю, второе помазание, которое осуществлялось над царями при их вступлении в должность, должно рассматриваться как особая благодать, которая давалась в этом помазании на дела царствования, но оно не гарантировало от ошибок. И это в первую очередь относится к Иоанну Грозному и на его совести жизни многих и многих людей. Поэтому, когда поднимается вопрос в отношении канонизации Иоанна Грозного, церковь не может одобрить этого, потому что жизнь должна свидетельствовать о святости.